повезет, у меня еще откроется страница этого матча. Спортинг, Куэльер в воротах, первый номер. Защитники 18-й Лопес, 5-й Бернардо, 2-й номер Эрнандес, 11-й Лора. На самом, так сказать, передке. Кейлор Наво. Слева Роналду, справа Иско. Сейчас посмотрим. Вообще, Бенитес грозился ставить Реалу Сампси не очень нужным, но случае еще пригодятся. А сейчас, в последние дни, они могут быть задействованы как валюта в каком-нибудь интересном обмене. Бейл выходит к воротам. И вот выход Бейла. Своевременно очень Пичу покинул ворота. Надо отдать ему это должное. Вот такой вот удар Хесе. Удары у Реала накапливаются. Модрич. На кратке. Под удар. Иско. Да, вот он удар. Кто из-за ворот. Или вот такой, да, из-за других ворот. Да, здорово. Чуть-чуть уходил мяч, и в конце концов он по уходящей траектории пошел. Защитник московского «Спартака» Дмитрия Парфенова. Удар! Не стараясь сблизиться, потому что потом моментально возникает перед мячом куча мала. А тот самый розыгрыш пока не привел к результату. Иско уже второй раз бьет, сейчас ближе к цели был. Как вам эти будто бы перевернутые двойки? Пытался раздеть Хесе. Прорыв, удар! Лора. Остается с мячом настойчивый защитник. Мягкая подача, удар головой, перекладина. Прихватили. Это вот пока момент. По-моему, целиком мяч линию не пересек. Вот видите, он частично находится на линии, а должен пересечь полностью. Был ли там гол? Мне показалось, что все же не было, что мяч линию зацепил. А раз так, зачем не пересек его полностью? Соответственно, можете сами составить себе собственное представление. Вот коллега Ми. Снова Марсело пытается так разогнать. Криштиану оставили один в один с Лорой. Удар. Кручу-верчу, хочу забить Пичу. Криштиану Роналду не бьет штрафной в Реале. Удар Бейла. Сам заработал, сам пробил. Замысел абсолютно понятен. Удар поверх стенки, но взял высоковат. И только сейчас Реал вышел вперед по количеству угловых. Кстати говоря, удар в упор. А вот удар Бейла. Удар практически в упор. Марсело. Все было, что называется, на мази, но посмотрите. Иско. Вот сейчас, может быть, самое интересное. Хаме сюда. Но попал по центру ворот. В общем, впрочем, нет, теперь мы видим, что большие ресурсы Спортинг держит в тылу, чтобы не рисковать. Его тренер... Опасно, опасно. Но в целом по туру-то, а?
Криштиану. Сейчас ему обводить было бы трудно. В этом маленьком кусочке поля сумел выгнать пространство и тут же моментально ударить. Моментально. Невероятно быстрые ноги. Я не имею в виду сейчас бег. Пожалуй, это было ближе всего за этот матч. Еще один нападает Модрич. Но ведь не попал в ворота. Карвахаль, кстати, вот вышел. Подача. Удар головой.